Она запленчена, Борис. Вау! Правда? Он не высунется, пока ты не попингуешь эту плену, ты же дегифузишь. Ну жопа села. Заплыть. Что ты там заливаешься, ей-богу? Это было лучшее, что видел в своей жизни. А что, вы там выйдете из дома хиканы? Витя, иди сюда. Ну ебать, школа ремонта. Что вы? Школа ремонта. Мы будем брать Иерусалим. Бля, чирик уронил. Какой нахуй чирик? Смотри, люк, я Давидыч научил сюда. Все, секунду. Опа. Саня! Запись, поэтому мне надо, чтобы вы что-то пизданули. Ну да, а что мы должны? Буркалох! На туре. Вот это тоже подойдет. Я научился в этой игре. Блять! Ты видел, как он из кадра так убил, да? Открой парашют! Открой! Парашют, открой! Открой его! Почему он не открыл парашют? Я, короче, увидел, что тебя того начали ебать. Я пошел такой, думаю, да, надо Витю спасать. Бегу такой, начинаю Витю спасать, и меня тоже начинают ебать. Ой, ля-ля-ля-ля. Слушайте, сегодня на аукционе продается картина Джованна Домино, море на фоне Италии с оттенками красного. Рыночная цена хуй в евро. Берете? Пожалуй, откажусь. Иди отсюда, разбойник! Плохо чуешь? Бля, иди нахуй. Радио Богдан Москвы. Богдан Москвы, самый лучший бит на всю провинцию. Что? Бля, аниме затащил. Ух, могу записать. Записывай. Нормали, нормали. Пиздец. Это боевой клич просто.
контрол, блять. Там на шарте. Акеша, мангуст, 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 мангуст. Мангуст. Там вышка, смотри. Охеренная. Звонят. Ты прикинь, мне звонят. Так. Давай, давай. Прикинь, ему позвонили кто-то. Алло. Да, слушаю. Чё? Алло. Алло. Прямо у тебя под окнами ножами хуярят. Серьёзно? Ёхуя. А я в... Блин. А я в этом, в гриде проиграл. Давай я сейчас со своим выйду с ними, порешаюсь там. Там ножами хуярят, я вроде проиграл. Ножами дерутся. Забавно, забавно. Ну сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, да. Давай. Да, давай. Это, конечно, все очень интересно, но я сейчас приду. Бля, я грид проиграл. А, все. Нет, а, не понял. Ой, все, ай, ай, ой, ай. Если ты, блядь, так сделаешь, сука. Знаешь, сколько мы едем по спидометру в машине? Сколько? 200. При этом ты на 3000 оборотах. Дим, включи вид от первого лица и посмотри, где у тебя спидометр. Разлёт. Ты ничего можешь пожаливать. А где он раньше был с такой хуйнёй? О, крипорт пишет. Где он раньше такой был? С такой... С музыкальное сопровождение. Сейчас было. Я загрузился. Я вообще даже не загрузился, охереть. И как в это играть? Это мои были люди! Как в это играть? Один выстрел вдруг мой батон подсосал. Что-то еще нагрел. Так, поехали. Куда, кого? Артем? Гаем! Поехали! Заебали. Охуенная, блядь! Сын говорит маме, что она пьет, я запьёрнула, да? Чё, блядь, ты чё ждать от всей жизни, нахуй? Оооо, блядь! Мама, да не пей, пью. Ты чё, бухал опять? Да я такую плюху на бегущее повесил, просто пойду бухать! Смотри, летит молодой, летит. Убер прибыл. Он уже две лавки снёт. Вот как он первый. Яростные крики на немецком. На стыковском. Что? 1,5 рубля. Это было красиво, да? Это было очень красиво. Не, на пятой она вообще не идет. Я тебе говорю, мне передаточное надо будет менять. Так он удержал, что самое смешное. Экспортом заходит. Я вас слушаю, но говорить я не могу, потому что мне надо убираться. Убирайся отсюда. Ну ладно, господи, как скажешь.